бюро находок имеется. Серебряный крестик найден 10 июля в районе стадиона школы номер 7. Черный зонт найден 8 июля на остановке гостиницы «Кама». Ключи две штуки найдены на Химиков 64. Трудовая книжка на имя Шаяхметова Рената Ревгатовича найдена на улице Студенческая. Ключи одна штука плюс черный от домофона найдены на Баке Романче 28 10 июля. Сумка мужская черного цвета с ключами от гаража. Ключи в черной ключнице 4 штуки плюс черные и синие домофонов найдены на остановке Вахитова. Детская черно-желтая олимпийка найдена 19 июня по Студенческой. Бюро находок ищет. Ключи с брелоком от автомобиля Toyota утерян 9 июля на центральном рынке «Комета». Обещано вознаграждение. Сотовый телефон Sony Xperia Z3 черного цвета утерян 11 июля в районе красного ключа от трамвайной остановки до речного порта. Обещано вознаграждение. Паспорт и снился на имя Филатова Андрея Николаевича. Обещано вознаграждение. Кожаную черную куртку сотовый телефон Nokia утерянный 28 июня. Обещано вознаграждение. Документы на имя Гребнева Сергея Владимировича утерянный 3 июля в районе улицы Студенческая. Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33. Мы ждем вас по будням.